Все сработало. Он даже глазом не моргнул. Помните знаменитую аферу? Вам она понравилась? Теперь фильм «Афера», обладатель 7 премий «Оскар» в 1973 году, в том числе в номинации «Лучший фильм», возвращается. Чикаго был тем еще местечком в 1936-м. В то время мошенничество было вымирающим искусством до тех пор, пока первоклассный аферист, агент ФБР, и молодой человек из Джолета не объединили усилия, чтобы уничтожить большого Мика. Он слишком высокого мнения о себе. Как и мы. Пол Ньюман играет Генри Гондорфа. Нет такой игры, в которую он бы не выиграл. И нет такого человека, которого он бы не надул. Роберт Редфорд играет Джонни Хукера, начинающего, но храброго мошенника. 3000 на красное, Джимми. Но удача отворачивается от него. Не повезло, приятель. Так же, как и любовь. Спасибо за вечер, Хукер. Захочешь потратить на меня еще 50 баксов, пришли по почте. Кристен, ну ладно тебе. Персонаж Роберта Шоу — это пародия. Его зовут Большой Мик. Меня зовут Лонаган. Дойл Лонаган. Все начинается с заговора. Ты должен мне 15 тысяч, приятель. Затем нужна приманка. Ваш босс неплохой игрок, мистер Келли. Как ему это удается? Он шулер. Играть будем через телеграф. По телеграфу скачек нет уже лет 10. Ну он-то этого не знает. Теперь все готово для аферы. Он идет, начинаем. Послушай меня. Домой сегодня не сунься. 500 тысяч долларов на победу Дэна Счастливчика. Пол Ньюман и Роберт Редфорд. На этот раз они выйдут сухими из воды.